Що сумки? У вас говорять, вас тисяч людей? Не смішиш. Спочатку вас смотрите, потім у вас буде встреча. Ви смотрели, так далі. Вам сказали, что каждая пирамида имеется. Помните, сколько храмов? Два храма. Два храма. Долинный храм и бумранный храм. Долинный храм фараона Хеопса, где проводили процесс амбелли-замирования. В течение сколько дней? 70. Находимся на расстоянии 1,5 километра. После амбелли-замирования. Жрецы унесли мумию через аля пошпачения до Божьего храма, где молили за дух фараона в течение 7 дней. Фараон был похоронен, на фараоне был похоронен. Дальше чуть позже, после смерти фараона, люди, которые хранили пирамид гробницы, заранее узнали, где входа, какие сокровища там есть. Им удалось войти, украли только сокровища, остались сокровища. Как будто пирамиды не разграблены. Прошло лет 10-15. Другие грабители им удалось войти, не найден. Одному мне сокровища нету. Они тогда думали, что сокровища фараонов должны быть внутри мумии. В этом много стих мумий были сильно разрушены. Эти мумии, которые теперь находятся в Национальном музее, кстати, были найдены. В долине царей на расстоянии 550 километров снега стоит. Кто из вас был в Руксоне? Ну так с таких камней пошли. Сегодня их возможно в хотя бы зал мумия фараонов в музее за день. Но сегодня в Национальном музее Бахажан мумий относится к